Привет-привет! С вами Маша, и сегодня поговорим о драконах DreamWorks. Думаю, вы догадались, что это герои мультфильма «Как приручить дракона». Представляю вам игровой набор «Битва беззубика с красной смертью» от Spin Master. С его помощью вы сможете воссоздать эпическую битву из первой части мультфильма «Как приручить дракона». Главный злодей мультфильма, огромный дракон Красная Смерть, держит в страхе все драконье племя. Все драконы обязаны приносить ему еду, и если она ему не понравится, провинившийся сам станет едой ужасного шестиглазого чудовища. Победить его может только Беззубик. В набор входят две большие фигурки драконов, которые имеют механические функции, и три маленькие дракончика, которыми питается Красная Смерть. У обеих фигурок драконов подвижны крылья, лапы, гнутся хвосты, и эти все элементы, кстати, отсоединяются. Вот, например. А также подвижны челюсти. Выглядят драконы один в один, как в мультфильме. Прекрасно детализированы и невероятно красивы. Прорисована каждая чешуйка кожи. Сделаны фигурки из прочной пластмассы и плотной резины. Игровой набор «Битва беззубика с красной смертью» предназначен для детей от 4 лет. Безжалостная битва между добром и злом. Помоги Беззубику победить Красную Смерть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до следующих обзоров. Пока!